Всем, ребят, с вами снова я, и сегодня у меня обзор диких скричеров. Вот это моя первая машинка. Дальше идет Найтбай, я его имя, конечно, помню. Вот его трансформационные диски, и все скричеры делают так. Ну, сейчас у нас идет самый легендарный, который мы сегодня купили. Я просто сильно положила в такую коробочку. Вот такая пчелка. Ну, типа жук. Так, это жук. А это скорпион, а это летучая мышь. Теперь я вам могу показать, как делается батл диких скричеров. Сейчас этих соберем. Так, чтобы устроить батл, вам надо сложить все трансформационные диски вот так. Так, и... А дальше пускать машину. И кто больше трансформационных дисков словит, тому... ну, тут и победитель. Вот, я уже 2 диска словил. Осталось только 4. Я маму сегодня, наверное, 2 выиграл. Можно еще много разных батлов проходить, делать и... Не можешь попасть. О, вот.